Всем здорово! Новый обзор еды, еда человека, обзор тушенки. Я уже показывал свою самую любимую тушенку, это гуляш местного производства, восточного. Вот. И сейчас решил я сравнить его с главным конкурентом. Это Йошкар-Олинская тушенка, ее часто мне советовали. Вот. И вообще ее тоже можно встретить в наших магазинах. Вот она так же выглядит, стоит примерно она столько же. Просто единственное, она продается в магните. Тушеная свинина, высший сорт. Йошкар-Олинский мясокомбинат. И она как-то больше распространена по России. Поэтому я решил сразу проверить ее на деле, скажем так. Итак, найдем сразу вилку. Вот, и примемся за открывание. Вот, надеюсь, более-менее видно. Так. В общем, вот она, замечательная свинина тушеная. Сейчас мы ее откроем. По-быстренькому посмотрим, насколько она хороша. Вот, судя по запаху, пахнет так же, как и вот моя любимая эталонная, скажем так, тушенка, с которой я в первую очередь сейчас буду сравнивать по запаху. Ну, а по содержимому сейчас увидите сами. Так, наверное, даже лучше взять тарелку и в тарелке показать, что в ней есть. Кстати, сам первый раз смотрю, поэтому еще неизвестно, насколько она хороша, но жира довольно много. Это видно сразу, что жира много, много какого-то левого желе. Вот, но мясо нормальное, мясо реально не гранулированное. Мясо кусками. Вот. Ну а по содержанию жира. Кстати, вполне хорошая тушенка. Жира тоже практически нет. Вообще реально хорошая тушенка. Смотрите. Сейчас попробуем на вкус ее. Так. Попробуем ее на вкус. И на вкус. Вкус нормальный. Хорошие тушенки, реально все одно мясо. В общем, крутая тушенка. Ну, смотрите, там осталось немного желе. Крутая тушенка. Производство Йошкар-Ола. Йошкар-Олинский мясокомбинат. Свинина тушеная. Она, по-моему, даже стоит еще, ну, относительно недорого. Рублей 90 она стоит. В общем, всем советую, берите. Реально хорошая тушенка. Вот, ну, всем пока. Всего хорошего. Вот так. Всем пока, всего хорошего. Давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего хорошего. Спасибо, кстати, тем, кто рекомендует мне различную вот еду. Типа там тушенки мне тоже один мой товарищ замечательный порекомендовал. Я и ее тоже проанализирую. Ладно, всем пока, всего хорошего.